Презентация новой книги Алексея Жданова, ульяновского фотокорреспондента, прошла во Дворце книги в формате живого диалога со зрителями. «Подхватить зеркало» – уже третья книга Алексея Жданова. В ней идет откровенное, динамичное, эмоциональное повествование от первого лица. Оно интересно своей пестрой событийной картиной и попыткой аналитического подхода к жизни граждан нашей страны в разные времена. По словам самого автора, книга «Подхватить зеркало» – это рассказ о времени и о себе. Когда я переехал в Ульяновск, это было сопряжено с определенными трудностями, смена менталитета этого среднеазиатского на наш российский. Это было настолько все неожиданно, что я стал вести дневник. И вот из дневниковых записей стали появляться какие-то рассказики, какие-то зарисовки. В презентации приняли участие друзья и коллеги Алексея Жданова. Некоторые уже успели прочитать книгу и делились своими впечатлениями. Эта книга, чем она характерна? Она характерна тем, что она вот отражает, что ли, нашу эпоху. Вот жизнь и в СССР, и переходный период, эти 90-е нулевые годы. И все на основе, так сказать, автобиографии одного человека. На вечере Алексей Жданов признался, что мечтает выпустить четвертую книгу. Полноценный сборник, куда бы вошли рассказы из первой книги, романтики Зарюпинской и что-нибудь новенькое. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.